Оберзальцберг, граница с Австрией. Мало кто знает, что именно здесь располагалась секретная резиденция Гитлера. Редкая фотография, сделанная в 1942 году. Гитлер и Браун позируют как раз на ее фоне. Пожалуй, тогда даже сам фюрер, опьяненный своими победами, не до конца понимал, что уже через год в этом же месте он прикажет развернуть фантастическую по своим масштабам подземную стройку — сверхукомплектованного бункера. В нем по плану должна будет укрываться вся нацистская верхушка. Повод был веским. За 11 дней до начала строительства, 15 июля 1943 года, стало очевидным, что нацисты не смогут остановить контрнаступление советских войск на Курской дуге. И это означало только одно – реальный перелом в ходе всей войны. Документ, с которого мы начали наш фильм, часть закрытых западных архивов военного времени. Отчет комитета начальников штабов США, сделанный в августе 1943 года. В нем американские военные дали оценку роли СССР в войне. Вот что сказано в документе. Россия занимает во Второй мировой войне доминирующее положение. Это является решающим фактором в предстоящем поражении стран ОСИ в Европе. Напомним, это 1943 год. Но чтобы понять значение этого перелома, необходимо вернуться на несколько лет назад, в конец 30-х годов. Документ, который вы видите, без преувеличения определил вектор Второй мировой, инициированный лично Гитлером. Договор о ненападении между СССР и Германией, подписанный 23 августа 1939 года. Оригинал на немецком языке. Согласно положениям пакта, СССР и Германия обязывались не нападать друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из сторон ввяжется в войну с третьей. В мире существует как бы три полюса силы на тот момент. То есть это Германия с ее сателлитами, это западные демократии в лице Англии, Франции, ну и Соединенных Штатов, и Советский Союз. И задачей нашего руководства, то есть Сталина, было в том, чтобы не допустить такого единого фронта против нашей страны, чтобы нам не пришлось воевать сразу и против Германии, и против Англии и Франции. А такие вероятности были. При этом наиболее часто сегодня можно услышать, что Сталин пошел на сделку с Гитлером, тем самым собственноручно инициировав Вторую мировую войну. Но мало кто знает, что существуют документы, которые указывают на обратное. Даже накануне подписания пакта Сталин не оставлял попыток договориться о военной конвенции с Англией и Францией. Англо-французская военная делегация находилась с секретным визитом в Москве. Все то время, пока немецкие и советские дипломаты вносили правки в пакт Молотова-Риббентропа. И хотя официально Советский Союз на этих переговорах представлял Ворошилов, инструктировал его лично Сталин. Вот посмотрите, совершенно секретный документ, в котором черным по белому сказано, что еще в 1939 году СССР предлагал Англии и Франции план по совместной обороне от агрессора. И хотя в этом документе Германию агрессором напрямую никто не называет, однако сомнений в том, что речь идет именно о ней, нет. Более того, в документе Сталин предлагает возможным союзникам настолько конкретно расписанный план, что в случае нападения Гитлера на Англию, Францию или СССР, Германии не оставили бы ни единого шанса. Что предлагал Сталин? Пропустить советские войска через Польшу, чтобы выйти на границу с агрессором. Эта секретная информация содержится в этом документе, отпечатанном всего лишь в трех экземплярах, исключительно для высшего руководства СССР. И на нем пометки Сталина. Наше участие в войне может быть только тогда, когда Франция и Англия договорятся с Польшей и, по возможности, также с Литвой о пропуске наших войск. В этом случае мы выделяем силы, как указано в первом варианте, и направляем их
против Восточной Пруссии. Сталин обращается к Англии и Франции, потому что именно они союзники Польши и могут договориться о проходе советских войск через ее территорию. Чтобы помочь нашим союзникам, мы должны как-то попасть на территорию Германии. Естественно, нужно пройти через территорию как минимум Польши. Советская сторона реально предложила определенный оперативный набросок того, сколько войск, где, куда, что мы можем сделать. Однако вместо того, чтобы ухватиться за реальное предложение Сталина по ликвидации угрозы гитлеровской Германии на континенте, Франция открыто пыталась водить за нос Ворошилова и хотела скрыть информацию про неосведомленность самой Польши об этих планах. После случившегося никакой речи о серьезности намерений Англии и Франции для Сталина и быть не могло. Тем более, что к этому моменту времени Советский Союз оставался чуть ли не единственным государством, не заключившим пакта с Германией. Ведь сначала, в 1933 году, английское и французское правительства развязали руки германскому и итальянскому фашизму в Европе, заключив так называемый «Пакт четырех». Затем, в 1934-м, Польша подписала договор о ненападении с Германией, а в 1936 году уже Япония заключила с Германией так называемый «антикоминтерновский пакт», который через три года превратился в открытый военный союз. Еще позже, в 1938 году, была подписана декларация о взаимном ненападении между Германией и Италией с одной стороны и Британией с Францией с другой. Уже после эту ситуацию назвали Мюнхенским сговором, потому что взамен Чемберлен и Деладье аннулировали договоренности с Чехословакией, позволив разделить ее между немцами, венграми и поляками. Даже Латвия, Литва и Эстония в 1939 году заключили договоры о ненападении с Германией. И на фоне всего этого, увидев искусственное затягивание переговоров со стороны Англии и Франции, Сталин 21 августа 1939 года отправил Гитлеру вот такое письмо. «Надеюсь, что германо-советское соглашение о ненападении создаст поворот к серьезному улучшению политических отношений между нашими странами. Советское правительство поручило мне сообщить вам, что оно согласно на приезд в Москву господина Риббентропа 23 августа. Иосиф Сталин». В результате 23 августа 1939 года был заключен пакт о ненападении с Германией. И факт остается фактом. СССР это сделал последним на континенте. При этом еще одно распространенное обвинение, которое можно услышать сегодня, звучит так. Сталин в нападение Гитлера не верил, поэтому к войне готов не был. И как следствие, страна понесла колоссальные потери уже в первые месяцы немецкого вторжения. Но так ли все было на самом деле? Возможно, ответ содержится в документах, которые нам удалось отыскать. Перед вами рукописное письмо Емельяна Ярославского, советского партийного и государственного деятеля, направленное им Сталину. В нем Ярославский 8 июня 1940 года, еще за год до начала Великой Отечественной войны, прямо спрашивает у советского лидера: «Не может ли случиться, что немцы, разгромив своих западных противников, захотят осуществить и часть старой программы – расширение на восток?» Обратите внимание на упоминание Ярославским некой части старой программы. Это означает, что планы Гитлера по захвату территорий Советского Союза и подчинение его Третьему Рейху вовсе не были секретом. Не только для самого Сталина, но и для его окружения. Равно как и то, что в этот самый момент Гитлер готовился к их реализации. В Советском Союзе прекрасно знали, что сама логика событий подскажет неизбежность войны. Ну, на школьных утренниках детишки вставали и читали известное стихотворение. «Слышал я, фашисты задумали войну. Хотят они разграбить советскую страну».
создавая тяжелую промышленность, укрепляя обороноспособность страны и боеспособность армии, советское руководство, в свою очередь, готовилось к войне уже с начала 30-х годов, сознательно оттягивая неизбежное. Вот что писал Сталину в секретном докладе маршал Советского Союза Тухачевский. Обратите внимание на дату. Это 30 декабря 1930 года. Выставить таким же путем 75 тысяч танков. Вряд ли какая-либо капиталистическая страна или даже коалиция в Европе на данной стадии подготовки антисоветской интервенции смогла бы противопоставить что-либо равноценное этой новой массовой подвижной силе. Маршал Михаил Тухачевский еще в 1930 году предлагал Сталину концепцию защиты от нападения Объединенной Европы на СССР. Нам удалось отыскать уникальную записку, сделанную рукой самого Сталина, в которой он задает сам себе вопрос. Правильно ли поступило правительство, начав войну с Финляндией в конце 1939 года? Ответ Сталин даст уже через несколько часов на совещании с высшим военным руководством страны, где, говоря о войне с Финляндией, сделает неожиданный вывод. Хорошо, что наша армия имела возможность получить этот опыт не у германской авиации, а у Финляндии. Это объясняет, почему Сталин одной рукой подписывает пакт о ненападении, дружбе и границе с Германией, а другой, чтобы отгородиться от опасного соседства, выдвигал ультиматумы странам Прибалтики. И вот как они звучали. Чтобы немедленно был обеспечен свободный пропуск на территорию Литвы советских воинских частей для размещения их в важнейших центрах Литвы в количестве, достаточном для того, чтобы обеспечить возможность осуществления советско-литовского договора о взаимопомощи и предотвратить провокационные действия. Советское правительство ожидает ответа литовского правительства до 10 часов утра 15 июня. Литовское правительство приняло ультиматум, а уже на следующий день аналогичные ультиматумы получили Латвия и Эстония. Таким образом, Сталин хотел отгородиться от опасного соседства буферной зоной из прибалтийских государств, которые, что немаловажно, на тот момент уже имели договор о ненападении с Гитлером. Создали вместо прежних диктатур просоветское правительство, потом прошли выборы и... Все это как бы легитимно прошло. Эти три республики вошли в состав СССР. Мы можем точно сказать, что все эти меры для того, чтобы обезопасить себя от Германии. Недавно рассекреченные архивы позволили выяснить, что Сталин пристально изучал Гитлера, чтобы попытаться предугадать ход событий. И сегодня не принято говорить о том, что первое иностранное издание книги Гитлера появилось именно в Советском Союзе, а перевод был инициирован лично Иосифом Сталиным. Сталин к Гитлеру относился, в общем-то, весьма серьезно, значит, то есть он оценил его как такого опасного противника. Ну и, собственно, сам по себе текст «Майн Кампф», вот как мы знаем, значит, что у Сталина была обширная библиотека, там, значит, он эту книгу читал, делал там на ней пометки, то есть действительно изучал отношение Гитлера, в том числе и к нашей стране. Сохранились даже пометки, которые вождь оставил на страницах гитлеровской книги. В частности, Иосиф Сталин отметил и слова Адольфа Гитлера, указывающие на то, что лидер нацистской Германии уже давно вынашивал план нападения на Россию. Любопытный факт. В 1932 году Сталин играл на даче в городки с одним из соратников. Во время игры партнер стал ерничать, что каждая брошенная бита по очереди сбивает высших чинов Германии. Сначала Геббельса, затем Геринга. И вот настала очередь самого фюрера. Но Сталин якобы оборвал его следующей фразой. «Прекратите. По-моему, этот Гитлер чертовски шустрый парень». Но что же сам Гитлер? Что он говорил о Сталине? Такие свидетельства сохранились. В дневнике нациста и юриста при главной ставке Гитлера Генри Пикера.
Именно он записывал застольные беседы фюрера, и в одной из них задокументировано воспоминание, согласно которому Гитлер называл Сталина, цитата, «гениальным». К Сталину, безусловно, тоже нужно относиться с должным уважением. В своем роде он просто гениальный тип. Его идеал – Чингисхан и ему подобные. О них он знает буквально все. Правда, запись эта датируется 22 июля 1942 года. И это был уже 369-й день войны. Но в самом начале положение дел было другим. Фюрер считал, что может легко обойти Сталина, заключив с ним сделку. По-прежнему считал, что он может обмануть всех и вся, как он обманывал на Западе всех подряд, что подписывая различные договора и, так сказать, как бумажки их рвал и все в нужный момент. Но он не понимал, с кем он вообще связывался. У Сталина за плечами были десятилетия тяжелейшей подпольной политической борьбы, в которой он выигрывал постоянно, в которой он оттачивал свое мастерство не просто государственного деятеля, а выдающегося геополитика. Политика. Пока Гитлер думал, что вводит Сталина в заблуждение, подписывая с ним пакт о ненападении, сам Сталин использовал это время для того, чтобы подготовиться к войне. Каждый год, который мог бы отодвинуть начало войны, должен был стать переломным в укреплении первого в мире социалистического государства. К сожалению, Советский Союз в те времена, ну, так вежливо скажем, технологически отставал, особенно в военно-промышленности. У нас не хватало станков, у нас не хватало целого ряда технологий. Так сказать, у нас многие вопросы не были решены даже непосредственно для армии. И надо было выиграть время именно для этих целей также. Посмотрите на этот документ, правленный рукой Сталина от 4 февраля 1931 года. Вот что он пишет о положении СССР в то время. «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Эти слова оказались пророческими. Как и говорил Сталин, ровно через 10 лет, в 1941 году, фашистская Германия попыталась смять Советский Союз. Германия, в свою очередь, не понимала, чего ждать от СССР. Гитлер также изучал Сталина. Любопытный и малоизвестный факт. В Москву вместе с Риббентропом фюрер отправил своего личного фотографа с особым поручением сфотографировать Сталина. Гитлер был убежден, что это внесет ясность в его понимание образа Сталина, ведь они никогда не встречались. Было несколько моментов, когда встреча могла произойти, причем каждый раз ее инициировал сам фюрер. Но очного знакомства так и не случилось. А потом оно уже и не было возможным. Гитлер реализовал блицкриг в Европе, итогом которого стала массовая эвакуация через Ла-Манш с территории Франции, британского экспедиционного корпуса и остатков французской армии. С 24 мая по 4 июня произошла эвакуация через Ла-Манш. 340 тысяч солдат, офицеров переправились в Англию. Ну, всю технику они бросили, все вооружение бросили на берегу. После этого силы стали неравными. У немцев в два раза больше было дивизий. Они обрушились на Францию. И это при том, что на момент начала Второй мировой войны Англия и Франция имели абсолютное преимущество над Германией в живой силе и технике. Но боевые действия велись вяло, как бы нехотя. 17 апреля 1940 года, выступая на совещании высшего комсостава Красной Армии, Сталин так высказался в адрес англичан и французов. «Воевать-то они там воюют, но война какая-то слабая. То ли воюют, то ли в карты играют. Вдруг они возьмут и помирятся, что не исключено».
И действительно, даже сегодня историки спорят, не была ли эта победа Гитлера фальсификацией, частью тайного договора между Германией и Европой и новым шагом к попытке уничтожения СССР. Ответы на эти вопросы нужно искать в хронике событий. Ведь Сталин убедился в беспрецедентной самонадеянности и вероломности Гитлера еще в марте 1936 года, когда фюрер присоединил к Германии Рейнскую область, которая по Версальскому договору была демилитаризованной зоной. Но Гитлер сделал беспрецедентное. Он попросту собственноручно отменил Версальский договор. Это был авантюристический шаг. Генералы были напуганы этим решением. Но Гитлер правильно понял психологию западных деятелей, что они промолчат. К этому времени в Англии уже боялись усиления Народного фронта во всей Европе. Они опасались того, что Испания, Франция станут коммунистическими, и поэтому Гитлер их не пугал. Они считали, что ничего страшного, не верили в силу Гитлера, не верили в его возможности. В этот момент Гитлер испытал чувство безнаказанности и пошел еще дальше. В том же Версальском договоре указывалось на то, что Германия должна строго соблюдать независимость Австрии. Но 20 февраля 1938 года Гитлер открыто объявил, что Германия больше не связана никакими международными обязательствами и приступает к объединению в одном государстве всех немцев – 7 миллионов австрийцев и еще 3 миллиона из Судетской области. Присоединив Австрию, Германия отрезала Чехословакию от Западной Европы и получила над ней контроль. Первым отреагировал Сталин. 18 марта советские послы в Париже и Лондоне передали предложение Москвы обсудить возможность симметричного ответа. Однако предложение Сталина не нашло поддержки ни в Европе, ни в США. Рузвельт тоже предпочел не заметить захват Австрии. Когда дело дошло до Чехословакии, мы столько раз предлагали, лично Чехословакии, лично Франции, лично Англии. В общей сложности, наверное, 24 раза. И никакой реакции. Абсолютно. Плевать они хотели, так сказать, на любые заявления Советского Союза. Премьер-министр Франции Деладье и министр иностранных дел Банне пытались добиться от англичан твердых обязательств – выступить на стороне Франции в случае, если она откроет военные действия против Германии. Но, как пишет советский посол Майский, Чемберлен, цитата, «повел себя столь двусмысленно и неопределенно, что французы поняли – их оставляют один на один с Гитлером». Английские политики, они же не дураки, чтобы языком трепать. Они всегда французам, вот начиная с 1936 года, всегда им говорили, что, ребята, если на вас или на Бельгию, или на Голландию Германия, так сказать, начнет развивать ротик, мы вас будем поддерживать. А вот, простите, то, что происходит в Восточной Европе, это ваши союзники. И нас это как бы напрямую не касается. Вот если вы втянетесь в войну с Германией, то мы посмотрим, что можно сделать. Понимаете, вот это вся вот эта игра. В мае 1938-го Гитлер взялся за Чехословакию. И опять же первым, кто отреагировал, был Сталин. 25 мая 1938 года нарком иностранных дел Литвинов предложил созвать совещание начальников генеральных штабов СССР, Франции и Чехословакии и обсудить вопросы военной помощи Праге. И Гитлер был вынужден отступить и заявить об отсутствии у Германии агрессивных планов в отношении Чехословакии. Несмотря на все усилия Сталина и его группы, положение все больше обострялось. Кроме того, в этот же момент СССР воевал с Японией в локальном вооруженном конфликте на озере Хасан. И это требовало включенности Сталина. В это же время
У него за спиной посол Великобритании готовил доклад германскому МИДу, в котором твердо говорилось, Англия не станет рисковать из-за Чехословакии жизнью ни одного моряка или летчика. Именно поэтому, несмотря на все усилия Сталина, судьба Чехословакии была предопределена. И Лондон, и Париж сделали вид, что они плохо слышат, плохо понимают. И как бы говорить на общие темы о том, что как бы хорошо сохранить мир – это здорово, но реально мы делать ничего не будем. Через месяц Франция и Англия официально согласятся с разделом Чехословакии, заключив соглашение с Гитлером. Чем Германия с Польшей воспользуется в полной мере. Уже на следующий день, 1 октября 1938 года, германские войска пересекли границу Чехословакии, а Польша тут же потребовала от Чехословакии передать ей Тишинскую область. Польша выступила на стороне Гитлера, потому что они тоже предъявили территориальные претензии к Чехословакии, претендуя на Тишинскую область, в которой проживало польское национальное меньшинство. В конце сентября 1937 года состоялась вот эта печально знаменитая Мюнхенская конференция, на которой фактически судьбу Чехословакии решали четыре великих державы. То есть это с одной стороны Англия и Франция, а с другой Германия и Италия. 1 июля 1940 года наступает переломный момент. Иосиф Сталин получает первое послание от Черчилля. В нем теперь уже британский премьер предлагает начать действовать совместно, чтобы предотвратить немецкое господство над Европой. Это происходит практически сразу после разгрома нацистами Франции. Но мало кто знает, что Сталин принимает неожиданное решение. Он сообщает о письме в Берлин. Но почему же он так поступил? Принято считать, что таким образом Сталин хотел продемонстрировать Гитлеру свою благонадежность. Но в действительности Сталин всеми силами пытался столкнуть Гитлера и Черчилля. Он понимал, что, сцепившись с Гитлером в одиночку, он немедленно подставит спину для удара, а то, что удар будет нанесен, сомнений не было. Сталин хорошо запомнил слова Ленина о том, что исторически главным врагом России всегда была Британия. И именно Британия устами Черчилля призывала мир к крестовому походу против СССР. Не дать Гитлеру договориться с Черчиллем. Вот что нужно было Сталину. Но что же в это время Гитлер? Он задумал переиграть все планы и приблизить то решение, ради которого все затеял. В срочном порядке он издал секретную директиву. Директиву, которая в действительности приведет его к катастрофе. Она звучала так. Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии. План Барбаросса. Гитлер на одном из совещаний высказал такую идею, что вот англичане они не хотят с нами заключать мир, потому что они надеются на то, что смогут вовлечь войну против нас Советский Союз. Поэтому надо бы посчитать, как вот можно быстро разгромить Советский Союз с тем, чтобы лишить Англии такой надежды. План Барбаросса, он был уже принят в конце декабря 1940 года. Подготовка Германии к войне с СССР проводилась в рамках беспрецедентных мер по обеспечению режима секретности. По указанию Гитлера были разработаны дезинформационные мероприятия. О них знали Гитлер, Геббельс, Риббентроп и некоторые другие наиболее близкие к фюреру члены кабинета. Более того, фюрер снабдил приказ 21 дополнительным указанием, которое звучало так. Число офицеров, привлекаемых для первоначальных приготовлений, должно быть максимально ограниченным и знакомить с задачами только в том объеме, который необходим для исполнения служебных обязанностей. В противном случае существует опасность возникновения серьезнейших политических и военных осложнений в результате раскрытия наших приготовлений. До нападения Германии на СССР оставалось ровно 6 месяцев. Итак, была ли возможность у Сталина знать точную дату нападения на СССР? С учетом опубликованных документов разведки можно сделать однозначный вывод.
Сталин не знал даты нападения немецко-фашистских войск на Советский Союз. Конечно, то, что война неизбежна, знали все. Органы госбезопасности получили сведения и доложили Сталину об утверждении Гитлером плана «Барбаросса». Но когда этот план должен был быть реализован, узнать не удалось. Более того, дату нападения на СССР Гитлер утвердил 30 апреля 1941 года, но советская разведка не смогла добыть эти сведения. Немаловажную роль сыграло то, что немецкое командование проводило активные дезинформационные мероприятия, которые хоть и на короткий промежуток времени, но все же вводили в заблуждение советскую разведку. Здравый смысл показывал, прежде чем напасть на СССР, Гитлер должен был победить Черчилля, либо заключить с ним мир. Кроме того, Кремль получил все данные об экономическом положении Германии и состоянии вооруженных сил. Выводы были однозначными. Рейх попросту не был готов к длительной войне. Никто и подумать не мог, что Гитлер уже решился играть сразу на два фронта. Сам Сталин не мог спрогнозировать стратегию Гитлера, потому что она была выстроена вопреки объективным факторам. Гитлер был убежден, что его замысел великий, а значит, не должен быть обременен деталями. Но был еще один немаловажный фактор, который не позволил Сталину спрогнозировать действия Гитлера. Вечером 10 мая 1941 года границу воздушного пространства Великобритании нарушил неизвестный самолет. На его перехват вылетели два английских истребителя, но сбить нарушителя им не удалось. Самолет летел слишком быстро. Через час в Шотландии упал немецкий Мессершмитт 110. Местный фермер задержал парашютиста. Захваченный немецкий летчик назвался Альфредом Хорном. Но на самом деле это был Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по партии. Официальная версия, что лично товарищ Гесс, который реально пилотировал, кстати, самолеты, был сторонником завершения англо-германской войны. И поскольку у него были определенные контакты с лордом Гамильтоном, то вот он вроде бы собрался и рванул к нему в гости, чтобы через него, через его друзей в британском правительстве, соответственно, попытаться установить контакты между Германией и Англией и закончить эту войну в Европе. При этом принято считать, полет Гесса в Британию было его самостоятельным решением. Гитлер двумя днями позже даже подписал обращение к немецкому народу, в котором объявил Гесса сумасшедшим. Однако трудно предположить, что в стране, которая полностью находилась под колпаком гестапо, второй человек Германии мог так легко совершить побег. Более того, есть косвенные свидетельства того, что Гесс совершил свой рискованный перелет с ведома Гитлера и, быть может, даже по его приказу. По каналам разведки Сталину удалось установить, что да, действительно, это была организованная акция, специальная акция. Гесса направляют в Англию для того, чтобы последний раз попытаться договориться с Англией о разделе мира. Они действительно привез такой план раздела мира. Англия – это, Германия – то. И условия, так сказать, этого раздела мира. Гитлер пытался договориться за спиной Сталина с Англией, чтобы, заключив с ними мир, развязать себе руки для нападения на Советский Союз. И вероятность такого соглашения была велика. И Сталин об этом знал. Он считал, что Гесс может быть использован в каких-то авантюрных действиях, ну или скандалах, которые в конечном счете за собой имели намерение Черчилля подписать с Германией мирный договор. Миллионы немецких солдат уже стояли совсем близко от границ с СССР. До начала осуществления плана «Барбаросса» оставалось 10 дней. Гитлер был коварный, очень коварный человек. Он все время ни на минуту не оставлял свои идеи маниакальные разгромить Советский Союз в очень быстрой войне, в течение 7 недель. Он решил вот до того, как просто урожай наш созреет на полях, напасть на СССР, понимаете? У него была маниакальная идея напасть именно в 1941 году.
При этом сегодня не принято говорить о том, что не столько реальное положение Советского Союза и даже не столько решение Сталина – главная причина огромных человеческих потерь СССР, а тот факт, что большую часть войны мы воевали в одиночку, тогда как Англия выжидала, чья возьмет. На момент 22 июня 1941 года фактически Гитлер бросил против нас, в общем-то, всю сухопутную армию Третьего Рейха. В тылу оставалось только 30 вновь сформированных дивизий. Ну, фактически он исходил из того, что, с одной стороны, против него нету такой прямой угрозы, скажем так, вторжения из Англии, а с другой стороны, там, в общем-то, не особо и хотят. И все это происходило на фоне того, что гитлеровцы проводили в оккупированных советских областях страшную политику выжженной земли, истребляли не только военнопленных, коммунистов, комиссаров, но и гражданское население. Ставилась цель тотального уничтожения большей части русского населения, отселения части народа за Урал, а остальных планировалось превратить в рабов для немецких колонистов. Гитлер опять при своем крайнем невежестве и авантюризме заявлял, что, говорит, после побед на Западе я убежден, что война с Россией будет все равно, что игра в песочнице с детьми. И он очень долго презирал народы Советского Союза. Он все время говорил, что, говорит, зачем, говорит, школы славянам там, достаточно, пусть знают только, что столица рейха – это Берлин, и знают правила уличного движения. При этом парадокс. Но кровавым тираном на Западе в последние годы все чаще называют вовсе не Гитлера, а Сталина. Как он велел поступать с захваченными в плен немцами? Еще за 4 месяца до Дня Победы Сталиным был подписан специальный приказ о поведении на территории Германии бойцов Красной Армии. Приказ гласит, что за агрессивное и неподобающее отношение к гражданскому населению виновные будут сурово наказаны, вплоть до расстрела. Уничтожать вооруженного врага – да, но вести войну с беспомощными людьми, оказавшимися в твоих руках, традиционно считалось бездуховным для русской армии-освободительницы. И это не все. По документальным свидетельствам, в конце войны от Черчилля и Рузвельта были предложения поступить с Германией и с Рейхом так же, как они намеревались поступить с Москвой – затопить. И что же Сталин? Он ответил просто. Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается.